Друзья, вы на канале Boston Technic, меня зовут Рудаков Алексей, и я приветствую вас. Хочу представить вашему вниманию комбайн Полесье GS12, KZS1218, 2013 года выпуска. Данного комбайна наработка 7000 моточасов, но он полностью обслуженный. Можем наблюдать состояние ремней, и они полностью все в отличном состоянии. У данного комбайна нету ремня на измельчитель и тросика ГСТ. В остальном полностью в идеальном состоянии. В 2021 году менялся двигатель на абсолютно новый. Новая нижняя решета. Комплектуется с жаткой 7 метров зерновой с лафетом, на котором установлены новые ножи. Также на данном комбайне менялся монитор на новый. Задняя балка данного комбайна без сварки. Можем наблюдать состояние. Резина у данного комбайна вся в отличном состоянии и не требует замены. Приобрести вы данный комбайн можете как за наличный, так и безналичный расчет. Также воспользоваться кредитом или лизингом. Мы всегда открыты для наших гостей и никогда не скрываем каких-то дефектов и рассказываем о технике так, как есть на самом деле. Обращайтесь, будем рады сотрудничеству. До новых встреч!